Так, запись началась? Надеюсь, началась. Алло? Так, ну все нормально. Так, всем привет, с вами Филипп. И мне купили новый телефон! А точнее, мне пришлось потратить еще свои деньги. Но зато... Мы начали Черепашки-ниндзя легенды с нуля. Поздравляем, мы... Всего добиваешь, Ревера получили, почти всех персонажей собрали. А в итоге мы остались без всех. Вернись аккаунт. Ну, зато вы будете смотреть новые выпуски по Черепашкам-ниндзя легенды. Как вам? Плата такая. Я начинаю с нуля, а вы будете новые выпуски по Черепашкам-ниндзя легенды получать. Да, так себе, конечно. На самом деле. Да, блин. Давай. Алло, повторите. Алло. Вы этого, короче, не видели. Все нормально. Второй новый уровень, второй. А какой у меня был в прошлый раз? Кто-нибудь помнит? О-о-о, кора, ура! Да, не знаю, понравится ли вам опять смотреть это. Блин, ну вы посмотрите, меня все раньше не били. А теперь мы начали с нуля, поздравляю. Мы продули. Поздравляю, мы продули. И начали все сначала. Просто с самого начала. Так, ну что? Сейчас это. Просто начали все с самого начала. Поздравляю. Вот почему и не было видео по Черепашкам-ниндзя легенды. Готовьтесь. Черепашки-ниндзя возвращаются. Пока у меня был сломан телефон и каждый раз вырубался, я готовился к этому. А когда у меня появится новый телефон, мы сможем опять увидеть Черепашек-ниндзя легенды на канале. Да и сам сериальчик мой с фигурками тоже вернется. Я про него не забывал и сочинял сценарий. Много сценариев пока есть, но я должен сегодня выбрать один сценарий и заснять. На 24 октября, да, вроде до 24 октября должно было быть видео по Черепашкам-ниндзя легенды. Ну просто по Черепашкам-ниндзя. Где фигурки? Я его заснял. Вот. Оставалось последнее слово для, не помню для кого, вроде для Леонардо. И бац, телефон мой отключился. А потом, когда телефон включился, запись просто удалилась. Из-за этого я так и ничего не выложил. Вот так вот. А теперь у меня новый телефон. Вот. Я наконец-то могу вам заснять. Вы поняли историю. А сейчас будете наслаждаться геймплеем. Кстати, как вам идея стрим заснять по Черепашкам-ниндзя легенды? А? Я могу заснять, если у меня время будет сегодня. Кстати, у меня каникулы еще будут сейчас. Так что у меня есть свободное время. Все равно я пока гулять не зову. И вроде дел пока что не будет, наверное. Так что, может, я вам буду все снимать тут. Ну, приветик. О, какая ностальгия, помните? Вот вы помните, как я все начинал на канале? Помните, прям почти самое первое видео? Кстати, хочу ответить на один вопрос тут. Вот. Почему
одно из видео черепашек ниндзя легенды было просто убрано с канала. Я просто его в ограниченный доступ поставил, так что не переживайте. Я его потом выложу обратно. Наверное. Если не забуду, как обычно. Нейтрализатор берем. Давайте, поехали. Ой, помните, как я все начинал? У меня там только персонажей было в 100 раз больше. Ну, теперь будем проходить что там такого-то эпизода. Опять. Если я ничего-нибудь не придумаю, чтобы мне обратно все было. А то у меня с телефона были неполадки. У меня черепашки ниндзя легенды сам удалили просто. Офигеть, как не повезло, да? Так, опять была болтовня какая-то. Все, наслаждайтесь геймплеем. Давайте прибьем этого. Бабам, 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 на тебе удар. На тебе. Ну и раз здесь эпизод сегодня пройдем и все. Леонардо. Нет, не Леонардо. Лео, Лео, нам Лео нужен. Получится. Хилку от Лео, дайте хилку от Лео. Мне дают. Так. Блин. Я почти всю игру прошел. Почти все. А почти не читается. Там только эпизод надо было пройти последний. Вы, наверное, помните, как это все было. Простите. Давайте, да, добили. Все. Все три звезды получили. Ну, молодцы. Да, молодцы. Молодцы. Паукус. Черепашка ниже рулит. О. Что нам попадется боксер с током. Я планирую где-то сегодня или завтра заснять новую серию черепашек ниндзя. Как вам идея? А? Ну, чуете. Алло. Опять 25. Господи, я так давно не играл. Пока у меня телефон тут был поломан. Не. Мы что, так долго будем, да? Я хотел видос заканчивать так-то. И идти подготавливаться к новой серии. Наверное, все-таки сегодня буду снимать. Нет, я умер. Это Микеланджело или Леонардо? Интересно очень. Так, ладно, нет, не сегодня. Так, вот так вот сделаем и выходим. Заберем тайную колоду. Получим вот это. Открываем, получаем. Давайте. Отлично, что у нас на гаре сегодня есть. Угу. Так, мы можем купить только вот это. Ну, давайте купим сейчас. Мне не жалко. Все-таки мы давно так не веселились, играя в черепашек ниндзя. Да? Так что, ребятки, готовьтесь. Забег черепашек ниндзя будет.
сюда закатываем синего короля. Так, а здесь... О, мы можем двоих сразу, давайте. Пойдемте, у нас сразу второе есть. Так, сильно интересен. Да не зимбу, не буду. Да. Господи, нанять, наняли еще. Давайте прокачаем даже. Будем нашу армию опять собирать. Да. Бакстера прокачаем. Не надо. Ну, так я помню, у меня это было Зэк один из самых любимых у меня был. Особенно Шреддер. Ого-го. Турнир. 7 дней до конца. Это больше моих каникул. Ладно, сегодня мы пришли первый эпизод. А на этом мы закончим. С вами был Филипп. Всем пока-пока.